Новые парковые лавочки с утра украсили площадь у памятника Шилину. Это одно из самых любимых мест отдыха горожан. Отсюда издали можно полюбоваться фонтаном, подождать общественный транспорт или просто посидеть в окружении раскидистых елей во время обеденного перерыва. А потому появление новых скамеек жители встретили с восторгом. Намного лучше лавочки, чем раньше были. Да. Вот ничего не удобные. Скажешь. Очень легко хорошо вышел, и удобно. Отдохнул. И приятно вышел, посидел маленько. Да. И... Мы очень довольны и рады, что нам поставили в центре такие хорошие лавочки. Парковые скамейки приобретены на личные средства первых лиц города и подарены горожанам ко дню шахтера. Подобная традиция, считают местные власти, имеет хорошее будущее. Такой подарок родному городу может сделать каждый, кому не безразлично, как выглядит его двор, спортивная площадка или улица. Может быть, кто-то, я не знаю, там подарит игровой комплекс, подарит там песочницу какую-то. Мы только рады. Я думаю, что и эта инициатива поддержится. И не обязательно, мы же не говорим, давайте ставить на площади Победы. Может быть, кто-то купит скамейку, там приобретет за свои средства и поставит у себя во дворе. И напишет там, поставил житель квартиры номер 4. Там. Я думаю, что это будет здорово. У памятника Шилину установили 9 парковых скамеек. Такие же комфортные лавочки вскоре появятся еще в двух скверах, где сейчас ведется реконструкция. В сквере Ломоносова и за площадью кинотеатра Победа.